2022 года мы производим реконструкцию здания АОДМТ. Занимаемся сначала с первого этапа. То есть в первый этап входит это замена перекрытий всех межэтажных, в том числе замена кровельного покрытия вместе со стропильной системой. Вот. И на данный момент мы уже как бы эти работы подводим к завершающему концу. Вот. И следующий этап у нас предстоит второй. На второй этап у нас сейчас отсутствует проектная документация, так как она находится на переработке и пересогласовании. Вот. Ну и при производстве демонтажных работ выходит очень много нюансов. То есть такие нюансы, как, допустим, здание 1952 года выявилось, что стены сделаны, возведены из полнотелого вперемешку с пустотелым кирпичом. Из-за этого там очень много ниш образуется. Ну и, соответственно, при дальнейшем проектировании стены не будут нести нагрузку. Поэтому сейчас проектировщики, ну, скажем так, в раздумьях, что туда заложить, как нам либо отремонтировать стены, либо их усилить. Как бы проект на основании этого пока не рождается.